здесь собрали, на самом деле, те работы, которые любят наши зрители, наши поклонники. Руководствовались в данном случае только их вкусами, не своими. И это первый раз, наверное, да, выставка, которую делаем, курируем не мы, а курирует сама публика. То есть то, что они постят в соцсетях все эти 20 лет, то, что больше всего воруется интеллектуальными пиратами, используется в рекламе, то, что больше всего обсуждается на форумах. Вот мы собрали именно на эту выставку все, что любит народ в нашем творчестве. И этим она уникальна и интересна. Даже нам любопытно посмотреть.